компьютерное мышление. Получается, вон Python. Противно. Как противно звучит. Он сказал, если вы за финальный экзамен получите 0, несмотря на то, что вы все домашки делали, на все пары приходили, у вас F будет. Да. Но слава богу, за финальный экзамен я получила не 0, а 0.7. Да шучу я, нет. Я уже не помню, что я получила. Ты же чалаксен, ты получила A. Да, да. Я могу. Нет, нет. Почему? Я даже баранина. А еще две. На сколько ты ешь маратан? Денег. Обалдеть. Пьяного аппетита. Пьяного аппетита. Сейчас будем кушать маратан, кунг-фу. Читание, которое приготовила Кристина. Оценим ее. Да, это я приготовила. Способности готовки, насколько она правильно умеет выбирать продукты для маратона. Неплохо. Надеюсь, мне кажется, Янку Гиву мы не проложили. Ой, Янку Гиву, Сокоги. Тебе не нравится? В смысле нравится? Ну капец, он горький. Серьезно? Мне нормально. Вау. Ты не можешь острое хорошо есть? Ты хорошо ешь? Нет, но это нормально. Можешь попросить, чтобы тебе смешали с... А что она сказала, почему белый бульон? Что она провела бульон? Если ильданге, в некоторых ильданге это не сильно острый, а в некоторых ильданге это белый. А, это типа ильданге, но это ильданге. Да. Ничего себе они, добродетель. Твоя любимая еда? Маратан? Или что ты больше всего любишь есть? Фастфуд, бургеры. Любимая бургерная. Бургер Кинг, это хорошо. Бургер Кинг на каком месте стоит? Наверное... Твой топ из бургерных. Потому что я тоже обожаю фастфуд. Мамс Тач, Макдональдс. Мамс Тач, Макдональдс? А Бургер Кинг? Я не так часто там ем. Почему? Что тебя не устраивает? Просто в окрестности нету рядом. Угу. Ну, Мстач согласен. Мстач на первом месте. Там картошка вкусная. Угу. Прям в цидим. Цидим. Не хочешь потом рилс снять? Что за рилс? Танцевальный. Такой. Блин, я ужасно танцую. Я ужасно танцую, но если тебе нормально, то давай. Блин. Ну давай попробуем. Может что-нибудь получится прикольно. Я один раз снял танцевальный рилс. И в Инстаграм залил его, и он у меня на 130 тысяч просмотров залетел. О, ничего себе. Тренд какой-то. Да. Что за тренд? Корейский? Ну, парный тренд. Типа ты танцуешь, и локация постоянно меняется.
Ты вообще какую музыку слушаешь? Американскую, русскую. А жанр? Поп? Что понравится, то слушал. Я тоже. Что нашел, то в плейлист добавил. Особых предпочтений не имею. Не знаю, будет ли тебе комфортно. Можешь рассказать о своем опыте в отношениях. Блин, такую реакцию я и ждал. Ну... Придумать? Нет. Что можешь? Ну, я ничего не могу, если. А все остальное это личное, знаете ли. Ну, о своем опыте. Нет. Нет, я могу рассказать. Но меня мама поругает. Меня мать поругает. За что? За то, что я такое говорю. А, да? Да. Почему? Это нельзя говорить? Да. Она говорит, не говорить плохо о других людях. Да ладно? Ага. Нет, это... Не показывай маме просто. Спасибо. Нет, ну просто... Да я не буду ничего говорить. Не говори ничего плохого, просто скажи, что был опыт. Был опыт. И ты осталась им недовольна. Твои любимые локации в Корее. Где ты любишь отдыхать? Вообще любишь путешествовать? Походить где-нибудь отдохнуть? Нет. Дома люблю сидеть, играть, планшет, телефон. Какие игры ты играешь? В Genshin. В Mobile Legends. Не играешь в Genshin? О, класс! Какая... Я чуть-чуть играл, начинал. Но я не знаю, с чем это связано. Когда я начинаю играть, у меня этот... Мне надоедает. Ну, не хватает нетерпения на игры, к сожалению. Бывает. А Genshin, там же вообще нужно каждый день заходить, проходить, потом после испытаний вот эти... Ты проходишь специально, чтобы открывать эти... коробочки, из которых оружие выпадает на персонажа, да? Персонажа, да. Короче, тебе не понравился Genshin. Твой Исангён. Какой должен быть? Твой парень? У меня нет Исангёна. Нет? Нет. Почему? Ну, вот так. Ладно, я шучу, я могу показать просто. Даже не будет аниме-мальчика? Нет. Нет? Давай. Откроешь мне потом Инстаграм? Зачем? Ну, я вот так сделаю. Нет, YouTube. Пожалуйста. Сам найдешь. В Пинтересте. Напишешь гопник. Ну, таких, кстати, много в Корее, нет? Как описать? Наверное, мужественные. Отчасти. Корейцы, мне кажется, не очень мужественные. Мужественный образ, да. Корейцы, ну да. Но у них нет нужды, мне кажется. Нет нужды. Они живут в таком обществе, где... Их должны принимать... Какие-то... Нельзя драться. Спокойно, безопасно. У нас немножко по-другому, да. Там что-то не так посмотрел, и тебе сразу... прилетит. Ой, кстати. Это будет небольшой инсайт. А когда ты выпустишь это видео? Не скоро. Тогда не будет уже на тот момент, наверное. А что? Я, короче, планирую заняться косплеем. Ты знаешь вокалоидов? Вокалоидов? Да, вокалоидов. Это что, из аниме? Или это Genshin? Это вокалоиды. Я не знаю. Это, короче, виртуальные айдолы. Вот. А-а-а, и ты хочешь косплеить виртуального айдола? Именно вживую косплеить или именно создать себе аватар? Вживую. Ну-ка, покажи. Мне кажется, у меня сестра, кстати, смотрит таких. У меня сестра, кстати, тоже любит таких виртуальных айдолов. Я ей какие-то карточки купил. Вот это буду я. Это моя подружка. Ой, извини.
Ты знаешь Луну? Луну? Луну. Угу. Ты знаешь Дениса? Угу. Вот у него есть подруга. С ним в одном городе живет. Мы с ней познакомились, и она занимается косплеем. У нее очень крутой косплей. Тикток ведет. Я с ней списалась, и вот мы будем в апреле делать косплей парни. В апреле делать косплей? Да. А в чем вообще суть косплея? Что ты этим хочешь показать? Что ты этим хочешь показать другим людям? О чем ты хочешь им сказать? Типа, или ты так самовыражаешься? Почему это тебе нравится? Мне нравится аниме, поэтому. Ты вот после того, как ты сделаешь костюм, полностью облачишься, да, вот в... Я его купила, заказала. А, да, у этого персонажа. Твои действия следующие. Ты просто пофотографируешься, да? Да. И выложишь в интернет. Или ты будешь прям ходить, да, на какие-то выставки? Выложу. Нет. Или где-то, может, будет фотосессия потом, да, в каких-то, да, местах? Да, да, в Сеул мы поедем гулять. А сколько тебе обошелся костюм? 59 тысяч вон. Ого, 60 тысяч. Угу. Да как одна вещь в Заре. Угу. Как одна вещь в Заре. Угу. Это довольно дешево, еще и с париком. Не хочешь косплеем заняться? Я не знаю вообще, какие это эмоции. Ну, в принципе, можно. Ты часто ходишь на Хонде гулять? Раньше ходила, но сейчас уже нет. Почему? На каникулах. Сейчас времени нет и сил. Куда ты ходишь именно? Какие-нибудь есть точки популярные, типа клубов или... Не, я по клубу не ходила еще. Мы хотели с подругой, но не получилось. А куда? Клуб? А куда ты хочешь? Просто по барам или с чипом? По барам просто. Мне не понравилось в клубе. По кафешкам. Почему? Как говорили, грязно, воняет сигаретами. Люди просто вот так теснятся. И... Музыка чисто корейская играет, да, корейский рэп не качает. Я бы сходил на микстейп именно, когда электромузыка вот такое, там побольше активности как бы. Мне кажется, будет два раза интереснее. Блин, клуб. У нас был с подругой план, то что она тоже далеко живет. Мы встретимся, в субботу вечером походим и останемся на ночь. Походим в клубе, потом пойдем в Чильбан спать и утром первым поездом домой поедем. Можно еще и в Пищебан пойти, если в Чильбан не получится. Отсидеть там до 6. Хотя клубы, они же до 5, да, работают, по-моему, до 5 утра. Ну там... А спать, что ли, сидя? Где? Пищебане. Нету, там же на стуле. Ну чуть-чуть, да, сидя придется спать. Неудобно? Угу. Расскажи что-нибудь про японскую культуру. Ты же увлекаешься? Аниме. Или ты не увлекаешься японской культурой, просто увлекаешься... Да, просто смотрю аниме, читаю мангу. Ну, я с детства, еще в России когда была. В классе третьем, кажется, начала смотреть аниме. Мне подруга поставила «Токийского гуля». И большое на тебя впечатление произвело «Токийский гуль»? Да, да. А я еще не хотела аниме ее смотреть. Я говорю, ой, нет, мне страшно. Ну, я на самом деле просто не хотела, поэтому так говорила. А потом как посмотрела, меня затянуло.